Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка как будто бы с подиумов. Как будто бы мы звездочки. Посмотрите, какой шикарный и интересный крой у нашего жилета. Жилет называется «Дакота». Если вы любите быть не такой, как все, если вы хотите, чтобы именно на вас равнялись, тогда смотрим презентацию и обязательно заказываем. Да, выбираем для себя сегодня самое лучшее от бренда Freya Collection. Темно-синий, главный цвет сезона по версии Института Пантон. Выбираем для себя именно этот оттенок. Если вы хотите немножко примкнуть к такому нежному, песочному или вспомнить марокканские пустыни, выбирайте бежевый цвет. Я обожаю такие оттенки. Сегодня я, в принципе, в таком же цвет, бежевый. Также вы можете выбрать для себя оттенок жженой хны, который по сайту версии сайта Пантон в этом году называется так. Бордовый будет в заказе. Есть также у нас с вами жилет голубовато-серого цвета, голубиное перо. Также можете выбирать сегодня для себя. Вот такие интересные, яркие оттенки. Обновите свой гардероб с учетом главных оттенков года, главных оттенков сезона. Все-таки осень, зима диктуют свои модные условия, и мы к ним будем готовы. Хотя для жилетов таких сезонов не существует. Жилет из кашемира, свободного силуэта, отсутствие каких-либо лишних деталей, можно носить круглый год. Летом прохладно, вечером вышли погулять по парку, а многие гуляют, да, вот у нас в Музеоне, можно в парке Горького, на ВДНХ, обязательно можно накинуть себе жилет, потому что то поддуло, то ветер, а то вдруг дождик, сыро стало. Осенью и зимой это вообще идеальное предложение, потому что жилет является хорошей связующей вашего гардероба, один из самых безопасных жилетов, закрывающий полностью силуэт там, где не нужно. И самое главное, если вы носите короткие курточки, но иногда хочется более удлиненные изделия, накиньте жилет на свою куртку, и он автоматически сработает совершенно в другой стилистике вашего образа. Слушай, это так стильно, так модно смотрится, мне прям нравится, как я в телевизоре вижу. Да, потому что лишних деталей нет. Очень модный современный крой. Кстати, я обожаю немецкий бренд Жиль Зандер. Вот, кстати, Виктория Бекхэм часто выпускает в коллекциях своих жилеты. Конечно же, Оливия Памелло тоже выбирает для себя жилет. Ну, такой, знаете, пальто без рукавов. Можно, конечно же, выбрать различные элементы, но мне очень нравится именно жилет от Brave Frey Collection. Никаких лишних деталей. Свободная пройма, отсутствие выточек, накладные карманы и пояс в комплекте. Вы сами регулируете его натяжимость на себе. Хотите, оставьте так. Добавьте просто клипсы, цепочки в виде броши или английскую булавку. Затяните под пояс, сделайте кушак, может быть, из кожи или какой-то ремень с пряжкой. Класс, мы будем играть с образами согласно твоим рецептам, модным рецептам. Смотри, наши телезрители оставляют свои вопросы о модных трендах. Так, внимание, вопрос. Стефания Сергеева пишет, можно ли надеть жилет поверх куртки? Это модно? Это не то, что модно, это даже необходимо. Вот как раз-таки сегодняшний наш манекен это демонстрирует. Обратите внимание, мы используем куртку от нашего бренда Benitra Bini, но делаем здесь на контрасте. Вы можете выбрать цветовой блок идентичный. То есть будет бордовая куртка, бордовый жилет или бежевый жилет, синяя куртка. Это дает возможность вам утеплить зону именно под грудью, зону вашей спинки, чтобы вас не продувало, и при этом создать эластичный образ. Если дует ветер, куртка будет вас защищать, а жилет удлинит силуэт и создаст его более женственным. Тем более здесь есть куда расти. 116 сантиметров длина жилета, каждому размеру увеличивается на пару сантиметров. Здорово! То есть, смотрите, мы можем и сузить себя визуально, мы можем добавить лоску своему образу, и самое главное, мы утеплимся с вами к осени и к зиме. Вспомните, иногда чего-то особенного не хватает в нашем гардеробе. Мы ходим по магазинам, ищем что-то такое, чего мы увидели на какой-нибудь звезде, но ничего найти не можем. Сегодня от бренда Freya Collection мы исполняем ваши мечты. Этой осенью вы будете просто заглядением. Вы будете той женщиной, на которую хочется равняться и на которую хочется быть похожей. Звездный образ, жилет Дакота за 1999 рублей. Цена действует только сегодня. Скидка 52%
только в рамках модных выходных. Ограниченные партии успеете заказать прямо сейчас. По статистике, бежевый цвет у нас самый популярный, и он может закончиться первоочередно. Поэтому спешите, торопитесь. Звонок бесплатный, оплата при получении. И делайте свою первую покупку с нами, с телеканалом Shop & Show. Так, еще очень важный момент. Смотри, я трогаю очень приятный материал. Да. В прошлом году мы с мамой ходили покупать ей кашемировое пальто за 42 или 43 тысячи. Я уж точно не помню, мы сторговались еще, оно стоило еще дороже. Да, вот. Кашемир всегда предоставит. Почему у нас такая цена 1999 рублей? Потому что мы работаем по правде, так же, как и японский бренд Uniqlo, который, кстати, судился с одним люксовым брендом по поводу оценки и цены кашемира. Мягкий и легкий, прочный, износостойкий, гипоаллергенный, то есть не накапливает в себе пыли и различных микроорганизмов. Эластичный и комфортный, сохраняет тепло и обладает лечебными свойствами. А он создается из козьей шерсти. Также мы знаем с вами, что и козье молоко очень полезно для нашего организма. И, кстати, на него нет аллергии, так как на молоко, например, коровы. Да? Mm-hmm. То есть лактозная вот эта вот синдрома не возникает. Кашемир, конечно же, люксовые бренды вознесли в пьедестал, и за него запрашивают и миллионы долларов за изделие. Бренд Uniqlo доказал, что производить и изготавливать кашемир и давать его по человеческим ценам возможно. Угу. Поэтому бренд Freya Collection поддерживает именно европейского своего коллегу и также оценивает кашемир по достоинству. Производство именно сырья производится в России, изготавливается изделие в Кыргызстане, и мы с вами получаем такие удобные, комфортные изделия. Вот так нежный, приятный, из козочек, правильно? Да. Очень приятные и нежные из козочек, которые будут нас согревать. Но вспомните, когда наступает осень, бабье лето, потом немножко прохладно становится. Куртку сразу надевать еще пока рановато и неудобно. А здесь вы надеваете жилет, он вас и согревает. Ну и, конечно, он необычный, стильный, удобный. И еще, заказывая жилет Дакота, обязательно закажите брюки, которые называются... Мэрин. Да, и получается дополнительная скидка 400 рублей на готовый обувь. Образ. Экономия существенная. Вот как раз вы видите на Евгении. Евгения в 52-м выбирает 52-й жилет. Выбирает для себя блузу от бренда Freya Collection. Кстати, нежная ткань. Я вчера ее просто всю изюзал. Потрогал эту ткань, она настолько нежная, из хлопка. И брюки. 67% хлопка в составе. А брюки у нас идут с дополнительным текстильным поясом. Будьте стильные и модные с жилетом Дакота.